С вами компания Электромотор. Коротко вам расскажу, как выбрать аэратор и на что обратить внимание. Значит, для чего нужны аэраторы? Для того, чтобы у вас был реально классный газон. То есть, если вы посадили красивый газончик, 2-3 года прошло, начинаются пятна, начинается вырождение. То есть, с газоном надо что-то делать. Секрет очень простой. Его нужно в начале сезона прорезать и в конце сезона прорезать. И в середине сезона вычухивать. То есть это аэрация и это скарификация. Что для этого нужно? Для этого нужна вот такая машинка, я вам сразу показал. То есть как выбрать? Если у вас там маленький газончик, где-то соток 5, и вы не сильно там супермастер, но все-таки хотите, берите самую дешевую модель, электрическую. Вот такой вот аэратор, легкий. Видите, внизу стоят ножи, я вам показываю. Втыкнули в розеточку. Тут нету ни травосуборника, тут нету ни сменных валов, вообще ничего нет. Можно докупить. Ну, можно докупить, но я просто говорю, 3000 гривен, 100 баксов, вроде, в общем, заплатили, и техника уже получше. Если как бы соток побольше, где-то вы близки к профессионалу, либо у вас там 10-20 соток, то уже лучше брать бензиновый. То есть, вот, допустим, бензиновая модель, потому что, я скажу, с переноской вы не находитесь. И к нему, допустим, есть как вот тут вот вал стоит для прорезания аэрации, так еще есть и, допустим, у них обычный дополнительный вал скарификатор для вот вычухивания. То есть такие вот пружинки для вычухивания. То есть это уже чуть подороже модель, тоже брендовая. Вот самый дешевый брать Китай, такой какой-то там гремучий, не советую, потому что развалится сразу. Тут и палка есть вопросы. Вот к этому обычно идет и к этим вот моделькам идет и вот еще травосборник отдельно, чтобы можно было. Мы его не собирали, но идет и травосборник. Разделяются они по ширине аэрации. Допустим, 36, 30, вот это 36, это 38. Справа я поставил 40-й. Кажется, вроде бы там 2 сантиметра, но поверьте мне, когда вы пройдете 5 соток, то вы поймете, что 2 сантиметра, это довольно мыслительно. И уже вот такие модели, раньше такие продавались очень классно, ну, брендовые. Husqvarna продавалась, Makita продавалась. Сейчас люди чуть подсели, но это сугубо вот для себя редко берут. Это либо люди занимаются газонами, либо люди, ну, в принципе, имеют там футбольные поля. То есть, вот если там валка 1,4 лошадки, то здесь уже нормальный бензин, как на 4 лошадиных силы. То есть это гремучий Китай, Грюнхель, но это уже все металл. Также имеется вот сменный вал. Ну, посмотрите, тут совсем другой вал, сейчас вам покажу ножевой вал, какой здесь классный. То есть это вот, если там весит килограмм 5, то такая махина около 25-30 килограмм, видите, даже так не подниму. Посмотрите, есть какие-то тут валы, какие здесь колеса. То есть это уже техника профессиональная. Что еще есть на рынке? На рынке еще есть замена электрическим аккумуляторной. Это такие уже игрушечки. Ну просто если такое стоит 3000 гривен, то аккумуляторный вам станет 1012. Хотя практически одно и то же. Единственное, что аккумулятор, допустим, от Алка подойдет ко всему. Ко всей технике Алка. Алка, Энхельм вообще продается дешевая. Дорогая техника сейчас продается, ну, гораздо меньше, чем это было 4-5 лет назад. В общем, хотите классный газон, подбирайте себе из либо вообще дешевая электрическая, бензиновая дешевая, либо профессиональная. Вот это три направления. Разделяются, то есть какой двигатель, электрический либо бензиновый, есть аккумуляторные, вот, и по ширине. То есть 36, 38, 40, 40, если еще больше. Какие колеса, какая проходимость, как управляемость. Это все нужно смотреть, на моторесурс нужно смотреть. Есть какие-то вопросы, обращайтесь в нашу компанию. Важно, что у нас есть промокоды. Промокод это вы получаете сразу скидку 10-20-30% на эти бренды. И вы смотрите наши обзоры, посмотрели,
чем покупать в сетях и переплачивать 20-30%, лучше позвонить нашу компанию, ввести промокод и купить то же самое в разы дешевле. Постоянные клиенты это знают, поэтому обязательно используйте промокод «Трава2020», он действует неограниченно. В общем, всех ждем в электромоторе, подписывайтесь на канал, пока-пока!